Печорский историко-краеведческий музей в очередной раз присоединился ко всемирной акции, посвященной Международному дню музеев. Сотрудники провели традиционный вечер для своих посетителей. Не каждый раз увидишь очередь на входе в музей, но вечер в музее – это вовсе не скучное мероприятие, а настоящий праздник для детей и взрослых. Печорский историко-краеведческий музей уже в 6-й раз участвует во всемирной акции. С каждым годом желающих побывать на этом мероприятии становится только больше. Эта акция берет свое начало в далеком 1997 году в Берлине и постепенно получает все большее признание. В России Ночь музеев стали отмечать в 2007 году. И сегодня это грандиозное мероприятие поддерживается Международным советом музеев и проводится под патронажем Совета Европы. Поскольку в 2018 году большое внимание уделяется волонтерам, музей также привлек к проведению праздника активную молодежь. Волонтеры выступили в роли координаторов вечера в музее. Цель нашего мероприятия – это, конечно же, популяризировать искусство, показать наши ресурсы, возможности, потенциал нашего единственного краеведческого музея города Печоры и Печорского района. Привлечь в музей молодежь и, конечно же, чтобы у нас приходил посетитель в наш музей. В этом году вечер в музее разделили на 6 этапов. В программе поэтический марафон, лекции, экскурсии, игры и мастер-классы от печорских мастеров декоративно-прикладного творчества. У гостей была уникальная возможность познакомиться с экспонатами музея и сделать фото на память. Музыкальную паузу обеспечили юные артисты. Для гостей были также организованы викторины, интеллектуальная игра, караоке, мини-квест. Все желающие смогли посмотреть документальный фильм «Большая вода. Река Печора». Самой обширной стала игровая программа для подрастающего поколения, поэтому неудивительно, что детворы на этом празднике было не меньше взрослых, и никто из них не хотел уходить. А это отличный признак. Первый шаг навстречу музею уже сделан. Заключительным 6-м этапом вечера стало подведение итогов акции, награждение победителей викторин и конкурсов.